В околоземном пространстве становится тесно. В него запущено множество искусственных спутников. Большинство из них движутся по низкой орбите, примерно в 1000 километров от Земли, или висят на геостационарной на высоте 30 тысяч километров. Накоплено много космического мусора. Нужно поддерживать это пространство устойчивым, чистым и безопасным. Это было одной из тем обсуждения на форуме Европейского космического агентства в Брюсселе. Некоторые компании собираются с помощью спутников обеспечивать доступ к интернету в отдаленных местах планеты. All of our satellites will have active propulsion systems, which means that we can maneuver them to avoid any collision. We will also have a specific type of shielding, so that whenever we have a collision with a small debris, elements of the satellites are protected. На орбите Земли находится около 12,5 тысяч спутников. По истечении срока их эксплуатации их нужно уничтожить, вернуть на Землю или обезвредить. The space race is growing and growing. Now, for example, we have from the US, we have constellations are launched into space. And space becomes more and more also a business. So it's interesting for private firms to launch satellites into space. Большая проблема в том, что такие аппараты со временем перестают работать, оставаясь при этом в космосе. В такой ситуации около 2700 спутников. Кроме того, угрозу представляют мелкие детали и обломки, летающие с большой скоростью и способные нанести большой вред. Чтобы его предотвратить и очистить космос, агентство приняло хартию нулевого мусора. The aim of this charter is to go towards zero debris in 2030. It's a non-binding document with high-level objectives. And also it's community-driven, meaning that ESA will include many stakeholders. В ближайшие месяцы в Брюсселе будет представлен Европейский космический акт. Это будет первый закон, регулирующий участие ЕС в мирном освоении околоземного пространства.